Как к эскорту относитесь? Ты пашешь, а я красивая. Сначала тратим твои деньги, да, а потом каждый свои. Это что, плохо? Вот прямо богиня в затруднении рядом со сволочью какой-то. Угу. Ну, кто же признает, что он голодранец, деньги не зарабатывает? То есть психологи бессильны. Вы начнете спать, все сломается. Главное, чтобы не налево. На первом месте у женщины должен стоять муж. Получить мудрую жену – это просто счастье.